Я слышал, что вы говорите о трудности, которые есть в левой линии. Это хорошо понимаю. Но я слышал, что вы говорите также о трудности, которые есть в правой линии. Можете ли вы объяснить, в чем трудность, которая есть в правой линии? Какие там трудности? Когда я должен установить хасадим выше хохма? Представь себе, насколько ты должен находиться в отдаче больше, чем твои внутренние потребности к получению, стремление к получению. Поэтому это тоже непросто.